Привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас очередная мега распаковка. Да, вы наконец ее дождались. Все спрашивали, куда я пропала. У меня в жизни произошли очень серьезные события, очень тяжелые для всей нашей семьи. И я хочу выразить большую благодарность подписчикам и девчонкам, которые меня поддерживали. Это Анечке большое спасибо, Ди. Без вас бы я, наверное, бы этого просто не пережила. Спасибо вам, девчонки, большое. Ребята тоже, мальчики меня поддерживали. Спасибо вам. Ну, давайте не будем затягивать и начнем. Заказывала я, это, по-моему, оттеночный такой шампунь для блондинок, удаляющих желтизну на волосах. Посмотрите, как все упаковано, зафольгировано. Такими вещами я пользуюсь от Matrix, косметик Matrix, очень мне нравится, и вот решила попробовать. Я даже, если хотите, сниму как-нибудь видео для сравнения одного и второго средства. По-моему, у меня еще что-то идет. Хочу посмотреть, как они пенятся, вообще, что это такое, и как оно действительно устраняет вот этот желтый цвет, желтый оттенок с волос. Мне кажется, достаточно жидко, у Матрикса немножко другая текстура. И да, когда я пользуюсь Матриксом, шампунем и кондиционером, то все ногти, они, конечно, тоже приобретают такой фиолетовый оттенок. Поэтому, если вы тоже блондинка, пользуетесь каким-то таким средством, обязательно используйте перчатки. Здесь объем 100 мл объем. Тут рекомендации, вот как использовать 3-5 минут, и потом благополучно смываете этот шампунь. Пока не пробовала, ничего сказать не могу. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вот эта вот штука. Это сборная посылочка оказалась, и в ней 1, 2, 3, 4, 5 посылок. Смотрим. За смешные деньги я заказала вот такие вот резиночки. Мне они понравились. Должна быть еще одна такая посылка. Заказывала их много. Девчонок у нас много в семье. И, конечно, у двух длинные волосы. Остальные две еще не подросли. Точнее, не отрастили такую длину волос, как у мамы и у старшей сестры. Но, тем не менее, подрастающее поколение. И резинок, как всегда, много не бывает. Они либо теряются, либо теряют свой презентабельный вид. Следующая посылка похожа на пластинку. Но ее вскрывали. Вот, вскрытая посылка. Видно, на таможне или где формировали вот эту сборную посылку, ее точно вскрывали, просматривали, что там такое. Хотя удивительно, что может быть такое плоское, чтобы это вскрыть, посмотреть. Пластиночка GR 360. Очень красивая, мне она понравилась. Вот успеть все. Скромность перечеркнутая. Как-нибудь... в этом же видео мы ее и потестируем. Это очень нужная в хозяйстве вещь. Это отделитель листочков от стеблей. Заказывала для того, чтобы отделять у зелени листочки. Я не люблю у укропа вот эти вот стволы, особенно когда они толстые. Но также есть и розмарин, есть тимьян, когда надо вот снять эту листву и положить в какое-то блюдо.
Ну, не знаю. По поводу вот этой штуки я немножко большего ожидала, и у меня смешанные такие впечатления о ней. С чабрецом, тимьяном она справляется хорошо. С розмарином, в принципе, тоже она справилась. Ну, укроп можно и так руками оторвать. Буду ее использовать с тимьяном и розмарином. А укроп, как и раньше, обрывать руками. Заказала вот такой штатив, он у меня уже был, но у меня случилась беда, сломалась вот эта вот штука. У меня, по-моему, здесь в прошлом у старого был, по-моему, пластиковый винт, и, короче говоря, у него сломалась резьба, и, собственно, он уже не держит. И под тяжестью телефона у него опускается вот эта вот голова, и телефон смотрит вниз, допустим. Вот таким вот образом он прикручивается. Ну, такие вещи есть практически уже у всех, и это, собственно, не новинка. Здесь уже по пакетику можно понять, тут провод. Проводов много не бывает. Дает, что он тут, скидку, купон. Если вам необходимо, делайте скриншот и заходите, покупайте со скидкой провода. Ну и также он просит поставить 5 звезд. Оставить отзыв положительный. Никаких подарков они не кладут. Последнее время в посылках очень редко в покупках продавцы кладут подарки. Это магнитный кабель, который крутится в разные стороны. Нужная вещь. Длина его 2 метра. Брала длинный. Нужен длинный, чтобы заряжать тот же самый телефон где-нибудь подальше от розетки. Эта посылочка. Мне очень интересно, что мне прислал продавец, потому что я заказывала помпончики пушистые. Вроде как, слушайте, это натуральный мех. Натуральный кролик. Он мягкий. Я думала, что он мне пришлет какой-нибудь искусственный мех. Здесь есть петельки. Я, правда, не знаю, для чего они, но это точно не резинки. Заказывала я для того, чтобы у нас на унтах поотваливались такие помпончики. И у девочек, и у меня. Вообще в наборе должно быть, по-моему, по 4 штуки. Но я поставлю скриншот, посмотрите. Но, по-моему, их должно быть больше. Немножко замялся мех, но это не страшно. Взяла разных цветов. Он мне также скидывал... А вот эти больше, чем вот эти. Он мне скидывал, продавец, какого-то цвета у него не было, и я хотела нежно... Слушайте, а вот этот вообще какой-то покалеченный здесь? Нет, резиночка есть. Он меня спрашивал, зачем тебе нужно, для чего? Я говорю, на шубу на натуральную надо. Вот, и он мне подбирал. У вас, к сожалению, камера передает немножко не так цвет. Вот это более насыщенный, яркий. Этот похож цвет, этот тоже похож. Этот более нежный, а этот насыщенный такой голубой. Даже у вас он более синий, а это все-таки голубой цвет. Должен быть еще такой пакет с такими помпошками. Это у меня повторная покупка. У меня пока старшая дочка не ходит на балет, а вот средняя она все-таки еще занимается. И это расходный материал, это колгот. Мне кажется, они что-то плохо тянутся, потому что я заказывала S-ку. Ну да, S-ку. Надо, наверное, было M-ку заказывать. Хотя я смотрела по своим прошлым колготкам, которые я заказывала для дочки, и вроде как они соответствовали. Такие колготки у меня девчонки также носят и в школу, и в садик в этих колготках, особенно на какое-то мероприятие. Так что колготки классные. Если вы не занимаетесь балетом, но вы хотите хорошие плотные колготки, там есть разных цветов, и телесные, и черные, и вот такие вот белые. Также для занятий балетом есть специальные колготки, у которых вот здесь вот отверстие. Но нам таких не надо, я взяла вот такие. Пришел еще один штатив, уже в черном цвете. И вот взяла в черном цвете. У меня такой уже был в розовом цвете. Эта кнопка вытаскивается. Тут уже установлена батарейка. Это кнопка Bluetooth. В разные стороны крутится голова. Вот так вот сюда цепляется телефон. Это трипод. Вот здесь вот ножки. Вот тут вытягивается
палка. И вот таким вот образом она устанавливается. Вещь хорошая. Присмотритесь, если вы тот же самый начинающий блогер или просто любите фотографироваться и что-то снимать. Эта посылка была доставлена в пункт выдачи DPD. Так, и здесь что-то мягкое. Все, это я заказала супругу футболки. Они были по какой-то смешной цене. Заказала в двух цветах. Белая, серая и еще белая. Так, размер XXXL. У нас мальчик не маленький. Очень интересно, как здесь указано 3XL, а здесь XXXL. Давайте посмотрим, что это вообще за такое. Это хлопок, но да, я теперь понимаю, почему цена была такая смешная. Края никак не обработаны. Посмотрите, просто ну смех и грех. Не обстрочены, ничего. Это просто как будто заготовка. Очень плохая футболка, мне не нравится. Придется самой дорабатывать, загибать вот эти вот края и обшивать. Ну, просто капец. И снизу точно такая же история. Посмотрите, ну просто капец. Есть вот такая вот нашивка. X. Якобы из Турции там что-то там. Но это вообще смех. Жесть. Вот эту покупку я не рекомендую. Ссылку, конечно, я на нее оставлю. И такого плана все футболки. Ну, просто кошмар. Да, я напишу продавцу. Оставлю свое гневное фи. Даже пакет выбрасывать не буду, чтобы, собственно, все ему высказать. И оставить очень плохой отзыв. Девчонки, не берите. Только разочаруйтесь. Я брала только из-за того, что натуральная ткань. Ткань натуральная, но это кошмар. Вот, посмотрите. Следующая такая увесистая посылка. Какой-то кремчик. А, это маска матч. Заказала, уже забыла. Конечно, во время транспортировки немножко пострадала коробочка. Но главное, чтобы товар был целый. Господи, и не добраться же еще. Есть голограмма, есть QR-код, есть срок годности. И давайте посмотрим, что там внутри. Баночка такая презентабельная. Тяжелое это стекло. Матовое стекло. Как пользоваться этой маской, я оставлю в прикрепленном комментарии под видео. Ссылочки, как обычно, на товар в описании под видео. Очень похоже на нашу глину, вот, которую я покупаю в фикс-прайсе. Лезть туда я сейчас рукой не буду, а возьму шпатель и покажу вам. Имеется у меня вот такой косметический шпатель. И давайте я вот возьму тут чуть-чуть. Этим шпателем я наношу все маски, всю глину на лицо. И давайте посмотрим. Имеет запах... Ну, приятный косметический такой. Оставлю на некоторое время в распаковке, пускай у меня будет немножко грязная рука, и в конце распаковки посмотрим, как она вообще высохла и какой эффект. Объем у нее 85 грамм. Следующий товар пришел ко мне, это жесткий диск и для него корпус. Честно говоря, заказывал мне его брат, он его вскрыл. Вот тут вот я оставлю видео со вскрытием этой посылки. Объем его 1 терабайт. Я, честно говоря, немножко отстала вот от этих всех технических вещей. Но он сказал, что это очень быстрый такой жесткий диск. То ли он магнитный, то ли еще какой-то. Короче говоря, давайте посмотрим. Он очень маленький. И брат его уже засунул в этот корпус. Давайте посмотрим. Это он сделал мне такой подарок. Он знает, что я много снимаю, он знает, что я увлекаюсь там кулинарией и все такое, и где мне сохранять рецепты. Вот он мне приобрел такой презент. Нет, ну спасибо. Ссылочку я оставлю, которую он мне дал. Вот это вот корпус. Чуть-чуть помятая. Так, и вроде как вот так отодвигается. И вот, вот этот вот жесткий диск. Он уже его сюда поставил. Он мне говорил, как-то его вытаскивать, но, честно говоря, я боюсь что-либо сломать. А вот даже никто вроде не открывал. Его разъем, который входит вот сюда, называется M2 SSD диск, и объем его 1 терабайт.
Очень он доволен, он сначала себе купил, попользовался и решил мне тоже подарить такую вещь. Я еще не пользовалась. Кто продвинутый во всех этих технических вещах, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вообще пользоваться такими штуками. Я знаю, что он как обычный жесткий диск. Я обычно покупаю в МВидео на терабайт, иногда на 2, сохраняю всю информацию. Также мне по работе приходится сохранять много информации, заключения медицинские. Вот. Это какая-то заглушка, которая, видно, вот была там. И провод. Провод должен быть USB. Да, вот таким вот образом сюда вставляется этот шнур. Не так. Не закрыто, запечатано. Вот так. И покажу, как он вообще работает на компьютере. Так, и вот такую вот штучку положили в подарок. Это для того, чтобы вот так вот скреплять кабель. Вот тут вот для таких идиотов, как я, написано, как вообще вытаскивать и вставлять вот этот вот сам жесткий диск в этот корпус. Провода могут разом быть длинны. Написано, как подключать. Ну, для таких одаренных, как я, это специальная информация. Продавец указал ее. Также продавец просит, дает купоны. Пожалуйста, опять, кому, если нужно, присмотритесь. QR-коды. Также вот можно, кстати, у меня брат именно так и использует. Он загружает сюда музыку или какую-то лекцию по своей работе и вот так вот в наушниках слушает. Насколько я понимаю, они могут сопрягаться. Вроде правильно понимаю. А вообще, еще раз прошу, напишите мне информацию, как можно по полной использовать вот эту вот вещь. Не только как жесткий диск, может быть, еще действительно как-то еще что-то. Следующая посылка, немножко надорванная. Еще какая-то штука косметическая. Маска 5 секунд, и магические волосы становятся. Очень яркий запах, аромат такой, ну, он косметический, но ярко выраженный. Нет, вымойте волосы шампунем, нанесите на 2-5 минут, потом смойте. Ну вот, посмотрим. По-моему, он как запечатывает, что ли, секущиеся концы. Знаете, у меня волосы длинные, и на длинных волосах это всегда проблема, это концы. Они становятся более сухие, чем волосы у корней. Конечно, периодически их подстригаешь, но, тем не менее, концы также секутся. Скорее всего, это какое-то защитное стекло на телефон. Как обычно, они расходный материал. Тут немножко пострадало... Коробочка, отломан кусочек. Давайте проверим, вообще живо стекло или нет. Заказывала две штуки. Будь целая. Целое стеклышко брала на Xiaomi 5 Plus. Так, и второе. Оба стекла целых. Но вообще, честно говоря, я немножко напряглась. И остаются большие посылки. Самое интересное, что я там поназаказывала такое. Изнасилованная просто коробка. В этой сборной посылке 4 маленьких. Так, здесь у нас еще провода. Тоже. Ну, это обычный провод. И к нему магнитная писюшка такая. Ой. Очень я люблю эти магнитные провода, всем рекомендую. В подарок положил продавец вот такую силиконовую штуку, как и вот это, хомут, я бы так сказала. Так, что он тут нас приглашает в WhatsApp и многие другие мессенджеры и социальные сети. Вот так вот она работает, очень классная, хорошая вещь, рекомендую. Едем дальше. Нет, это
фильтры, кофейные фильтры. Хотя у меня автоматическая такая кофемашина большая, но взяла я эту вещь для того, чтобы делать зеленое масло. Если вы хотите увидеть, как я его делаю, зеленое луковое масло, которое добавляется вообще в любое блюдо и обогащает его, оно имеет вкус лука, но не имеет его запаха. Поэтому, если вам интересно, напишите мне в комментариях под видео, и я сделаю это видео, поделюсь с вами рецептом. И для того, чтобы процеживать это масло, я вот взяла вот эти вот фильтры. Немножко они погнулись из-за того, что коробку изнасиловали. Так, и можно, конечно, купить и у нас, но эти фильтры я купила за очень маленькую цену. Специально сработал купон у меня. Вот, и я очень довольна. Тут их, по-моему, 100 штук. 100, да. Давайте посмотрим, что здесь такого могли положить, что коробка так деформировалась. Это пришли расстойчные корзины. Тоже очень их ждала. Для тех, кто делает сам хлеб, вы меня поймете, это очень нужная вещь. Ну, конечно, их можно использовать не только для расстойки теста, буханок этих хлеба, но и как хлебницу, допустим, чтобы поставить на стол. Очень приятный ротанг. Размеры их так удлиненькой получается 23, это внутренняя часть, так 20-25 и на 14. В принципе, такой размер буханки самый оптимальный. И вторая чуть поменьше. Сюда можно, кстати, и куличики всякие складывать. Получается 17 диаметр. Высота у них 10, у этой, наверное, столько же. Нет, у этой 7,5. Если вы хотите, чтобы я вместе с вами вывела закваску и сделала хлебушек, тоже напишите мне, пожалуйста, в комментарии под видео. Что-то еще такое интересное. Обалдеть! Заказывала алюминиевую форму для выпечки хлеба. Представляете, что пришло? Ну, это просто недоразумение. Думала, она будет высокая, хорошая, большая такая. Я не посмотрела в описании товара. И вот, естественно, мое разочарование. Сама виновата, сама дура. Смотрела только на картинку. И цена мне понравилась, поэтому и схватила. Но, видите, смешные размеры. Такой хлебушек, конечно, только если маленькому ребенку погрызть. 11 на 7, и то не полных 7. Ну, чуть больше. 11,5. Ой, ну это нечто, конечно. Еще маленькая посылочка. А, вот еще одна резинка. Уже в голубом цвете, таком нежном. Очень я люблю голубой цвет. Синий, голубой. Еще одна посылка, большая. Ага, это пришла обувь. Я уже как-то распаковывала вот такие кроссовки. Там был размер 40, это 39 размер. Те кроссовки я отдала подружке, ей они тоже очень понравились. И себе взамен я заказала еще одни. Исполнены они также. Ничего нового здесь нет. Запаха никакого нету. Не бойтесь покупать в этом магазине обувь. Она приличная и нет вот этого вонючего, ужасного запаха. В прошлых кроссовках у меня здесь была какая-то черная полоса. Не черная, а серая такая. Она бросалась в глаза. Здесь этой истории нету. Все чистенько, все гнется, все сгибается. Подошва пенка. Очень мягкая, очень удобная. Еще одна сборная посылка. Так, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть посылочек. Давайте посмотрим. Пришла расческа. Такого плана расческу я уже заказывала. В прошлый раз у меня выпадали щетинки. В этот раз выпало только три. Вот, но расчески мы меняем. На смену той я вот купила вот эту.
ногтевые посылочки, стразики. Так, это пластик. Я немножко другого ожидала. А это стекло. Красивые стразы. Классно блестят. Это якобы жемчуг. Но, конечно, тут не очень. Не знаю, как они будут вообще носиться. Короче говоря, вот. Девчонкам заказала штанишки. Средний и младший. Так, ну это для малышки. Размер 6 или 90. А, это 90 и 110, по-моему. Интересно. А здесь нету бирки. Чудеса. Так, а эти 110, да. Давайте посмотрим, как они пошиты. Сейчас, конечно, смажу всю эту маску на штанах. Летние, хорошие, легкие, натуральные штанишки. Это хлопок. Где тут? Ну, все для русских людей написано. По-русски. Так, и тут, к сожалению, тоже нет никакой информации. Но это хлопок. Вот, чувствуется. Все швы хорошие. Ну, тут немножко ниточки торчат, но это не страшно. Это не футболки. Но футболки это, конечно, нечто. Так, кармашков у них нету. На лето вот девчонкам взяла, пускай бегают. Так, и это органайзер для маркеров, для фломастеров. Сейчас мы его расчехлим. Честно говоря, я думала, он будет больше, но от девчонок прятать. Наши девушки устраивают маме периодически квест «Найди свои вещи». Вот так вот складываются квадратные такие фломастеры. Где-то у меня здесь маркер был. Вот, составляете вот так вот маркеры. Они у вас стоят в такой вот сумочке. Для этой цели и взяла. Бижутерию вроде как я не заказывала. Это пришел еще один таймер. Когда готовишь, всегда берешь много. Так, и тут у нас также батарейки нужны. Есть подставочка вроде как. Ну, как-то вытаскивается. И она то ли поломана, то ли что. Или это для таких, как я, безруких. Вот. Вот, вот так вот можно поставить на стол. Но у меня ставить на стол нельзя, потому что девочки утаскивают и играют. Нажимают, он пищит, он им очень нравится, как пищит. Так, теперь обратно приделать. Так, закрывать зря закрыла. Сейчас будем его тестировать. Так, вот я взяла батарейки. Так, значит, минуты, секунды, старт, стоп. Давайте. Достаточно громкий, но вот они не отключаются, эти таймеры, и, к сожалению, быстро садится батарейка. Либо надо вытаскивать батарейки, а потом уже вставлять, когда необходим таймер, либо просто иметь большой запас вот этих батареек. Можно его поставить вот таким вот образом или повесить на холодильник. Не отключается таймер. Вытащим просто батарейку, хотя бы одну. Все. Смотрите, он работает и на одной батарейке. Он просто не орет. Ха, чудеса. Все. Для себя я заказала вот такую вот сорочку. У меня есть платье, под которое необходимо надевать сорочку. Слишком оно прозрачное. И, честно говоря, мне казалось, что я брала тоже хлопок. Но, к сожалению, это типа якобы шелк, но, конечно, это не шелк, это синтетика. Положили также в подарок вот такие труселя, которые, если кому надо, пишите, я отдам. Мне такие не нужны. Так, и вот такая вот сорочка. Здесь кружева, они немножко тянутся. Есть какие-то нитки. Есть бантик. Но мне хотелось найти просто обычную простую сорочку, которую можно надеть под платье. Бретельки вот на таких вот пластиковых колечках. И вот здесь вот торчат нитки.
Бретельки тянутся, можно подрегулировать. Заказала в размере 2XL, но, честно говоря, в последнее время я несколько схуднула, может быть, будет висеть. Этот товар я заказывала для мамы, она очень попросила. Это кухонный гаджет. Такого плана у нее был, сделанный еще в СССР. И вот я нашла его на AliExpress. Доставка была из России. Очень быстрая. Это вот такая машинка для нарезки картофеля. Весь в масле. Она просила заказать именно металлический, потому что пластик, он ломается. Как он работает? Вы устанавливаете вот таким вот образом эту штуковину на стол. Здесь, по-моему, присоска. Да, тут присоска, которая присасывается к столешнице. Нажимаете ее, она присасывается. Вот так поднимаете этот рычаг, сюда укладываете картофельную и вот так ее прорезаете. Здесь лезвие. Будьте аккуратны, чтобы не порезаться. Картофель нарезается, как картофель фри. И последний товар для мамы. Заказала тоже для нее. У нее больная спина, больные суставы. И взяла я для нее специально вот такую швабру. Это повторный мой заказ. Я уже покупала этот товар у этого же продавца. Полностью довольна, до сих пор пользуюсь. Не ломается, качественный выполненный продукт. Упаковано в пакетик. Есть инструкция. Также на AliExpress продаются и сменные тряпочки. Скручиваете вот так вот палку. Есть у меня видео с тестированием этой швабры. Ездит туда-сюда вот это вот полотно, отжимая эти тряпки. Тряпочки, к сожалению, у меня рвутся часто, потому что дочки мои, вот этот ползунок уезжает наверх, не до конца прикладывают вот эту вот часть к палке, держалке, к ручке, и получается, что надрывается вот здесь вот тряпочка. Здесь она приделана, вот, вру, вот так вот ползет сюда ползунок, вот так вот ставят вот эту вот штучку и пытаются обратно пропихнуть вот эту вот, вот этот ползунок. Ползунок цепляется вот за этот край тряпки и его надрывает. Поэтому, девчонки, мальчишки, кто берет такую швабру, рекомендую полностью ее прижимать к ручке. И после этого вот уже пошло. И после этого ее только отжимать. Конечно, тряпки это расходный материал, их часто меняешь, но не успела я там 2 дня назад поменять вот эту тряпку на швабре. Девчонки мне ее разодрали. Ну что, вот так вот выглядит эта маска. Немножко она все-таки подсохла и вот расходится. Смывать ее придется водой. Выглядит, в принципе, как глина. Ну что ж, на этом мое видео подходит к концу. Хочу вам пожелать здоровья, берегите себя и своих близких. Ну а если для вас это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь, до новых видео. Пока-пока!